Привет! Сегодня будем делать очень ароматный укропный хлеб. Для его приготовления нам нужно дрожжи, вода. У меня дрожжи прессованы. Если у вас сухие, вы их просто добавьте в муку, а не в воду. Вода теплая, комнатной температуры. Размешиваем, растворяем дрожжи. Мука заранее просеянная. У меня высшего сорта, мука может быть первого сорта или цельнозерновая. Добавляем соль, сахар. Количество ингредиентов все будут написаны под роликом. И измельченный укроп, зерна укропа. Вот у меня, смотрите, вот такие зерна. Их продают в магазинах, заказывают на маркетплейсах, их можно сажать, а можно вот использовать для выпечки. Все размешиваем и добавляем воду с дрожжами. И замешиваем тесто. Можно вместо воды взять молоко, немного изменится вкус, но я не вижу в этом особой необходимости. В процессе замешивания добавляем растительное масло в тесто. И теперь нам нужно вымесить как следует. Сначала в чашке, потом я переношу на стол и вымешиваю тесто до тех пор, пока оно не станет абсолютно гладким. Стол я немного смазываю растительным маслом или руки смазываю, без разницы. И получается вот такой мягкий, абсолютно гладкий колобочек. Теперь мы его кладем в чашку и затягиваем либо пленкой, либо полотенцем чуть влажным и оставляем на час-полтора растаиваться в теплом месте. Вот так тесто поднялось. Оно должно увеличиться в 2-3 раза. Теперь мы его выкладываем на стол и складывающими движениями формуем булочку хлеба. Можно делать подовый хлеб. Я сегодня буду выпекать в форме его. У меня такая старая, проверенная годами хлебная форма. Несколько форм. Все, теперь мы его тесто уложили в форму. Затянули опять пленкой и оставим минут на 20-30, чтобы оно поднялось. Пока тесто поднимается, я сделаю такую смесь из муки и воды. Здесь пропорций нет, там пару чайных ложек муки и чуть теплая вода. Делаем такую смесь для того, чтобы смазать потом хлеб сверху. Это не обязательно, но я люблю посыпать такой хлеб измельченным укропом. Можно просто зернами укропа, но мне больше нравится измельченный, потому что раскрывается запах очень сильно. Вообще этот хлеб очень ароматный за счет масляничности вот укропных зерен. Смазываем подошедшее тесто и сверху посыпаем, очень обильно посыпаю, измельченным укропом. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекается хлеб около часа. Вот я его только достала, горячий. Смотрите, какой красавчик. Теперь нам надо его накрыть и дать полностью остыть. И только после того, как он полностью остынет, нарезаем. Смотрите, какой. Очень ароматный. Борщ с ним – это что-то. Такой красавчик. Очень рекомендую вам, попробуйте. Зерна, можно эти семена купить. Это вообще не проблема, я их килограммами покупаю. Оно того стоит. Ну и все на этом. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте. А внизу у меня ссылочка на телеграм, посмотрите. И присоединяйтесь. На YouTube сложно стало.